Флангу. Мбаппе отдает Алвесу. Снова Килиан Мбаппе, но здесь Люкш. Перехват. Есть возможность контратаку. Такую редкую по сегодняшнему матчу убежал. Маркиньос был крупным планом. Ну вот эта передача пятки Сати. Не так, чтобы и много. Осталось в итоге перехват от Килиана Мбаппе. Очередной его спринт. Смотрим. Но у многих есть вопрос. Ладно, самое главное, Аякс вышел в итоге. Мбаппе, он... И атакует. И передачу делает нам Мбаппе. Мбаппе отпустил мяч за лицевую. Да, 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 батарейки садятся. Великолепный пас на Мбаппе. И Мбаппе теряет супер шанс. Атака продолжается. Удар штанга. Есть еще шанс у Манчестера. Бернат попадал, сделает дубль, он тоже. А Мбаппе даже в момент, когда он упал, казалось, он придумает, как этот мяч еще проткнуть, но нет. На газоне.